Всем привет, ребята! С вами я, в моей руке горячий кофе. Мой состав у вас на экранах, а это значит, то, что сегодня будет великое противостояние. Мои самураи решили напасть на Викинг-лигу. И что из этого получится, мы узнаем в сегодняшнем выпуске. Я думаю, представлять этот состав не имеет никакого смысла. Все равно вы никого не знаете, разве что вы можете знать Накату. Самая хреновая, честно скажем, икона. Ты че, пиздюк, охуел? Ну а по остальным ребятам, как я уже сказал, смысла нет их называть, потому что у них все фамилии звучат практически одинаково. Расист! Расист! Все, что нужно знать об этом составе. У всех великолепная скорость. И у всех отвратительные статы. Нет ни одного игрока в этом составе, который чисто гипотетически залетел бы в мой основной состав. Даже Наката со своими статами вообще. А просто сейчас ворвемся в Викинг-лигу и начнем мясорубку. С вас я попрошу лайкусик, какой-нибудь классный комментарий. Опять же напоминаю то, что классные комментарии я лайкаю, поэтому будь классным. И первый состав на сегодня — Решфорд и Гнабри. Ну, как бы тут, ну, вы сами понимаете, что плохих составов в Викинг-лиге практически не бывает. Ну, не считая меня. У меня, мне кажется, за сегодня самый отвратительный сквад. Перестраиваемся в супер-мега-тактическую тактику. И пожелайте удачи моим прекрасным японцам. Медленно раскатываем, как ультра-киберспортсмен, чтобы напугать моего соперника. Вот так вот, вот так вот. Наката выкатывает и... Ну и вот да, такая вот реализация у моих пацанов. Вся проблема этих игроков заключается в том, что они управляются как будто с делеем. Вы по умолчанию чувствуете задержку. Я изначально думал, что я вообще без HDMI играю, потом посмотрел, что все окей, и понял, что реально, блин, этими игроками играли целое испытание. Допустим, если в прошлых частях вы серебром вообще на изи раскатывали, вот в 20-й такого ощущения нет абсолютно. Ладно, я сам побегу. И лонгшотик ударю. Ой-ой-ой, какой удар сильный был, ногай. Бомбить не имеет никакого смысла абсолютно, потому что я прекрасно знаю, на что я иду. Хотя прошлый выпуск вам с бомбежкой понравился, и вот... Ну что я поделаю в данном моменте? Вот ничего я не могу сделать. Пропустил и пропустил. Ну вот что? Ну состав такой. Ну голкипер у меня серебряный. Ну соперник смотрит все три повтора и танцует. Блять, ну просто забейте, бля. Соперники в этой игре — это один вид искусства, бля. Так, накаты тут говорят хорошие штрафные удары. Давайте затестим. Нихуя себе, летело красиво. Шикарно летело, вы посмотрите. Ну, кипер, конечно, да. Найс удар. Хорош! На Яши! Мой голкипер тоже не для красоты стоит. Давай, 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 беги, 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 беги. Беги, пейса должно хватить, пас! И хуярь! Гол! Хорошо, поехали японцы! Самураи в перде! 1-1, 41 минута. И кто же это забил? Великий Нагай! 69 рейтинг, полетели! Ощущение нереальное, когда ты в Викинг-лиге подобные голы забиваешь. Все, ребята, первый тайм подходит к концу. Спокойно, 1-1, пока что уверенная ничейка. В статистике мы даже превосходим соперника. Вкусный кофе. Давай, 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 давай. Да блин, ну как же долго они думают? Ну, у каждого игрока какая-то километровая задержка в интеллекте. Ой, ой, нет, ну пожалуйста! Хаяши, ребята, Хаяши, что он творит? Наката, Наката! Да что за удар Наката, блядь! Нахуй ты левой ногой бьешь вообще? Это пиздец просто, блядь. Просто ебаный извращенец, блядь. Японцами поиграть решил в Викинг-лиге. Ты сейчас один на один вырвется и все. Вот как мне здесь обороняться, блядь? Защита просто развалилась, Хаяши! Что бы мы делали без Хаяши? На! О боже. Ну, вы сами понимаете, скилл игроков и все такое. Так, Миёши, Миёши, свеженький Миёши. Прострельчик. Гол нужен, да как он такое тащит? Что это за пиздец, Наката? Да разъеби ты этого Дели Алли. Бля, ну пиздец, ребята, в этом матче я должен был выигрывать. Ну, справедливости ради, ну, пацаны, ну это хуйня какая-то, честно. Как у человека может быть такая реакция, я вообще в душе не ебу, блять. Я понимаю, слишком много мата, простите, очень эмоциональный матч. Все идет к тому, что надо победить. Ай-яй-яй, иди нахер, прочитано. Ну прочитано, ну это, подбери мяч! Что нужно сделать? Хорош, блять. Свежий, свежий. Свежий, быстрый, быстрый, свежий. Просто хороший прострел нужен. О боже мой. О! Что ты будешь делать? Он просто не попал. Он просто не попал. Он про... Я в ахуе, я просто в ахуе. Что происходит? Уровень везения соперника просто бог. Ему нужно идти и ставить в казино все свои деньги. Блять, такого везения нереального я просто не знаю. Да, я понимаю, что отчасти это мой состав, блять, деревенский такой. Деревянный, точнее, почему сказать деревенский, не знаю. Это было бы несправедливо, ребята. Это было бы самое несправедливое дерьмо в этом мире. Ребята, я просто в шоке. Я
потею, как мразь. Честно клянусь, я вообще, блядь, не представляю, как можно было промахнуться с такой позиции. Там просто вот реально сантиметров 10 было до ворот, и он просто мимо ударил. А еще, когда голкипер выносил, я просто хотел скипнуть паузу. О боже мой, о боже мой. Аби, будущее Барсы, будущее Барсы. Какие отвратительные удары, ребята, это просто не передать словами. Ну нет. Столько потел, чтобы пропустить на 95-й минуте. Как только очки снял, сразу пропустил, блядь. Давай. Аби, беги. Беги. Просто беги. Это не фол! Просто подошел и отпиздил! Я в ахуе! Пиздец. Это не фол! Посмотрите, я отбираю мяч, он идеально летит к нему на ногу. Ну что я поделаю, блядь, все в ГГ. Ёбаная бумага, блядь. Ну вы сами видели, что за игра, тут даже говорить нечего. Вот, а тут фол почему-то он увидел, блядь, в центре поля. А когда я, блядь, один на один выходил, он почему-то фол не увидел. Ну что это за... Ну вот я отбираю мяч, и он все равно к нему летит. Я не могу оттолкнуть. Я только отпиздив могу забрать мяч у Решфорда. И, естественно, это фол будет. Судья расист тупо, блин. Че, гол престижа, давайте забьем хотя бы. В этой FIFA серебро они сделали просто неиграбельным. Если в каждой фифке из фифку был какой-то челик, который феерил на уровне там кумира, тот же Акбалахор, тот же Чивчи, тот же Кристиано. В этой FIFA я вряд ли такого перца найду, потому что серебро играет наиотвратительнейшее. И вы посмотрите опять на эту херню. Ну вы просто посмотрите опять на эту херню. Опять это слом... Блин. Сколько мне еще страдать, блять? Ну что это такое? Почему? Почему вот эта вот херня постоянно у меня появляется? Ребята, может, есть у кого-то еще такая же проблема? Я не знаю, в чем я провинился. Почему у меня слоу-мошен каждый раз начинается? Иногда в какое-то время это пропадает. И потом снова вот это вот зависание начинается. Ну что я с этим должен сделать? Почему игра за full прайс 6000 рублей, в которую я донатил уже около 100 тысяч рублей, вот так вот себя ведет? Объясните мне кто-нибудь, почему я должен это терпеть? Давай, кто там следующий соперник? Иди сюда, блядь. Мистер Пуки, Мане, Пепе. Ну, в общем, это Габелло, ребята. Может кто-нибудь открыться? Пожалуйста, кто-нибудь, откройтесь! Шикарная анимация только что была. Давай. Прям идеально в этого носатого урода. Давай. Оббеги, просто оббеги! Хорош, оббежал, убежал, блядь, от мяча убегает человек! Он просто убежал от мяча и испугался. Пожалуйста, просто дай пас хороший. Забейте. Ну зачем тебе еще одна пауза? Что ты там делаешь? И каждый раз он берет паузу буквально на 5 секунд. Что ты делаешь по 5 секунд там? Ну блин, я первый у мяча-то был. Ну что за отскоки? Уйди нахер, мяч. Да иди ты нахер, да вынесите это. Все стоят. Хаяши, спасибо огромное тебе, друг мой. Спасибо, единственный, кто тащит в этой команде. Хаяши, снова в игре. Лучший удар тысячелетия. Ебать, хорош. Ну че, ребята, рано или поздно я такой гол забью. Опять паузу берет. Ну ты, блядь, что? Человек тек просто, блядь, 3 паузы взял по 5 секунд. Ладно, может, надо очки поменять, чтобы выиграть. Давайте затестим. Хаяши, боже мой, что он творит, бля? Вот это кураж парень поймал. Ну, пожалуйста. Как же отвратительно это было. Бля, их удары, их попытки попасть по мячу. Это такой кек просто. Давай, вижу. Пожалуйста. Блядь! Да сколько можно руинить моменты, пацаны? Ну это просто жесть. Они как будто специально не добегают. Как будто специально, блядь, недоударяют, блядь. И они... Хаяши, боже мой, Хаяши, поставьте ему памятник. Бля, если б не мой голкипер, все, пиши пропало. Сколько сейвов он сделал? Овертайм, опять и опять. Снова и снова. Что, народ, погнали нахуй. Ёбаный в рот! Давай. Лучший игрок в моем составе, Наката. Ну, отбил. Ну почему? Отскок на ногу, пожалуйста. Хаяши, какой же ты классный. Хаяши рано или поздно даст сбой. Поэтому все, что сейчас я могу сделать, это дотянуть до серии пенальти и каким-то чудом там выиграть. Нет. Как только я сказал, что Хаяши может дать сбой, этот сбой в ту же секунду произошел. Ну...
Ах, Аляш. Боже мой, какой сейф он делает! Ну вы видите, что творит этот чертила? Чертила в хорошем смысле. Блин, ну ребята, ну после такого мы не можем никак проиграть. Хотя бы ничейку. И по серии пенальти постараться выиграть. Пожалуйста! 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 Да блядь! Да, ребята, ну это просто невероятно. С каким трудом даются им удары? Как же сложно им бить по мячу, это просто... Это напоминает, знаете, режим, где вы выкручиваете удары в минус, и вы просто не можете забить. Ну все. Сложно, да ебени матери просто, я вам базарю, блядь. Ну вот почему сейчас? Ну почему сейчас я забиваю только? Почему не минуту назад, блядь? Ну все, он сейчас будет тянуть. Ну тебе не стыдно, чувак? Ну ты видел мой состав? Ну тебе не стыдно реально, блядь? Вот так вот играть. Ну ты, блядь... Иди нахуй просто, блядь. И опять эта херня зависающая. Я не могу уже на это смотреть. Я не могу, мне уже больно. Мне уже больно на это говно ебаное смотреть, блядь. Ну что это такое? Ну объясните. Хоть один человек в этом мире, объясните, что это за ебучие лаги, блядь. Чё мне с ними делать, блядь? Ну чё? Бля, вот самый лучший верный вариант, я понял, это просто выйти и подышать, бля, я вам клянусь, бля. Каяши 14 сейвов сделал, хорош, бро, но, к сожалению, команда не заточила. Ну и, в общем-то, по этой плашке вы можете видеть, то, что я не выиграл ни одного матча. Все матчи я проиграл. Пытался сделать что-то веселое, классное, интересное, в итоге только все нервы потрепал. Но надеюсь, что вы хотя бы какое-то удовольствие получили от того, что вы увидели сегодня. Как-никак я старался, пытался, даже голы где-то забивал. Но в целом состав это просто испытание не для слабонервных, так скажем. В свою очередь хочу вас поблагодарить за просмотр этого видоса. Надеюсь, вы поддержите лайком этот видосик. Не знаю, с одной стороны смешно, с одной стороны грустный. Через сколько моментов я сдал, сколько не забивал, это, конечно, просто сумасшествие дикое. Каяши себя очень круто проявил, наверное, самый классный игру в этом составе. Наката просто никакущий. 5 матчей, 1 голешник. Допустим, если собрать что-то подобное и поставить во главу какого-нибудь Криро там или какого-нибудь Зубастика, может быть, эта команда и будет играть. Но, учитывая то, что здесь нет ни одной играбельной карточки, это, конечно, дикий рофл. Серебро в этой FIFA 20, как я понял, вообще не тащит. С вами был я, PandaFX. Спасибо, что смотрели это увлекательное, познавательное для кого-то видео. Всем спасибо за просмотр и хорошего настроения. Пока!